Всем здравствуйте! Вы на канале Дом Бобра. Пришла очередная посылка с сайта iHerb. Вы видите, в каком она состоянии, потому что она была вскрыта. Мы не могли дождаться, когда придут шоколадки и изделия из шоколада. И мы дорвались. Поэтому, извините, распаковка вот такая. Пришла она службой Boxberry в Украину за 2 недели. Это очень долго, потому что приходила и за 6, и за 8 дней. Ну, так случилось. Ну, давайте начнем с Nestle. Вот такие штуки появились. Я заказала их 2 с молочным и с темным шоколадом. Это такие капельки шоколадные для добавления в выпечку, но мы их поглощаем так, как поглощаем. Калорий здесь немного, в принципе, 70 калорий здесь в молочном и 80 в темном. 53% какао в темном шоколаде, причем. Вот так это выглядит. Вот такие вот штучки, капельки с носиками. Очень вкусно, честно. Кто не заказывал шоколад, поспешите, потому что скоро начнется сезон, когда на iHerb нельзя будет заказывать шоколад и изделия шоколада. Я об этом уже говорила. Поспешите, они на жаркий сезон прекращают доставку и заказ, возможные заказы шоколада. Итак, это очень вкусно, всем рекомендую. Обалденно. Ням-ням. Вот что осталось от одной шоколадки. Я просто положила, чтобы поняли, чтобы их было 2. Этот шоколад номер 1 на iHerb я взяла вот из-за того, что 88% какао. Это очень круто. Шоколад очень вкусный, обалденный. Действительно настоящий шоколад, такой, какой он должен быть. И кроме того, эта компания, насколько я могла почитать, вот именно в этом шоколаде поддерживает черных ягуаров в Африке. То есть они какие-то отчисления делают. Ну, просто бомба. Я закажу в следующий раз, еще есть, если успею, конечно. Там есть кусочками такой шоколад, там с разными орлами, какими-то животными этой же компании. Присмотритесь, все ссылочки будут обязательно в описании с ценами, как обычно. Заходите в инфобокс, читайте, смотрите, переходите по ссылкам. Главное, что интересно, более подробно. Так. Ну, это я, наверное, уже всех замучила, но это мой бестселлер, я постоянно его заказываю. Препарат Wellness Formula с очень большим содержанием активных экстрактов, витаминов, которые повышают иммунитет. Вот здесь вам оставлю отдельное видео, есть про этот препарат и про препарат Эпикор. Называется «Как не заболеть против простуд». Мы на нем подсажены уже очень-очень сильно. И муж очередной раз заболевал и был здоров за 2 дня. Немножко пропустили время приема, но все равно спасли, подняли иммунитет именно эти препараты. Я уже о них рассказывала, но у кого проблемы с запахами, обращаю внимание, что именно Wellness Formula имеет такой активный чесночный аромат, скажем так, поэтому... Но не неприятно, но обратите на это внимание. И у кого проблемы с желудком, только на не пустой желудок, когда вы покушали после еды, потому что может вызывать раздражение. Также заказала от Mason, уже не раз заказывают этой компании. Очень дешевый препарат у них. Витамин D в ампулках. Здесь по 1000 вот этих микро, не помню, как называется это, единица измерения. То есть, например, сейчас я принимаю этого витамина 4000, то есть здесь 1000 по 4. Давайте посмотрим. Вот так выглядит капсула. Витамин D нам необходим во всех наших обменных процессах, очень классно для женского здоровья. Кому прописывать, но я аккуратно с этим витамином, потому что его переизбыток в организме нежелателен и очень даже опасен. Поэтому сделайте анализы, посоветуйтесь, естественно, с врачом, если вам его пропишут, потому что у нас сейчас начинается сезон солнца, и он у нас будет вырабатываться самостоятельно. Поэтому витамин D это тот же D3, хорошие дозировки здесь, поэтому почему нет. Вот такой я решила попробовать экстракт куркумы с биоперином. Это такой перец
у нас, если смотреть, это черный перец для легкого усвоения. Здесь куркума, значит, в двух видах, 60 капсул. Хорошая очень добавка. У кого проблемы с суставами, например, меня только она спасает от воспаления сустава. У меня проблемы с коленом, я уже рассказывала. И именно препарат фитосомы куркумы, куркумин, очень помогает. Даже снимает болевые ощущения, болевой синдром в колене. Супер, мне очень нравится. Очень полезный такой природный антибиотик, я бы даже сказала. Поэтому принимаю его как только чувствую, что у меня начались какие-то проблемы в колене. У кого, кстати, проблемы со спиной, какие-то грыжки, тоже обратите внимание. Очень хорошо снимает вот эти вот воспалительные процессы. Давайте посмотрим. Без запаха активного. Вот такие желтенькие капсулы. Легко пьются, никаких побочных эффектов раньше я не видела. Вот так называется компания. Первый раз беру Divine Health. Будем посмотреть, как говорится, но это именно лучшего усвоения и в двух составляющих куркумы, поэтому я взяла попробовать, обязательно расскажу в пустых баночках. Вот такой я купила от Palmer's интересный санскрин, это защита от солнца с маслом ши, с кокосом. Вот это Palmer's компания. Все их средства основаны на кокосовом в основном масле. Здесь с витамином Е. Очень интересный санскрин. Я уже давно на них смотрела. Кстати, в Украине цены на эту марку очень высокие. А на сайте вполне доступно. Хотя на другие средства от солнца, солнцезащитные, цены не очень так и бюджетные. Это вполне себе приемлемо. Здесь 250 мл. Так это выглядит. Хотела вам быстренько показать. Так, достаточно густой. Ой, я уже вся в куркуме. Желтенько. Достаточно густой. Не жидкий, уже хорошо. Наносится приятно. Имеет очень приятный такой сливочный, какой-то такой сладковатый запах. Быстренько впитывается, и вот видите, что никаких белых следов не оставляет, что очень-очень классно. Брала я уже от этой компании, по-моему, для удаления волос. Средство мне очень нравится. Это второй мой заказ или третий, по-моему, именно этой продукции. Буду смотреть, что есть еще интересненького, потому что у нас представлен очень широко ряд этого бренда. Здесь что мы видим? Я увидела все-таки химический фильтр здесь, на химических фильтрах. Ну ничего, попробую, расскажу, как раз будет сейчас у меня, где его применить, и обязательно расскажу, как он сдерживает лучи. Также от Desert Essence, наконец-то, когда все уже заказывались, решила я заказать себе вот такие пады, пропитанные маслом чайного дерева, от прыщей, здесь 50 этих штучек. Очень хорошие отзывы у других блогеров. Здесь 6 месяцев с дня открытия. Я думаю, я успею за 6 месяцев 50 штук вместе с мужем оприходовать. Давайте посмотрим, откроем. Очень интересно. Ой, знаете, такой активный запах действительно чайного дерева. Вот так они выглядят. Я сильно не открывала, потому что сейчас не хочу скрывать. Тут еще одна защитная пленка после вскрытия этой. Пахнут чайным деревом, вижу, что они какие-то в клеточку, как бы немножко будут подскрабировать. Прикольные вещички на лето, то, что надо. Когда ты на бегу, когда ты хочешь быстренько протереть лицо и побежать от пыли и грязи и снять бактерии, потому что масло чайного дерева антибактериальное хорошее средство. Здесь вот посмотрим по составу. Гамма-мелис тоже отличное средство. И экстракты разных растений. Ну, вполне себе, вы знаете, приличный состав. Календула, ромашка, имбирь, ним. То есть очень много таких направленных на успокоение кожи, на снятие воспалений. Я думаю, отличное средство. Тоже обязательно вам расскажу, поделюсь впечатлениями. Возможно, в каком-то ближайшем обзоре средств косметических. То, что мечтала.
но не застала. Постоянно раскуплен Pixi, именно этот Glow Tonic. Я взяла его в такой форме тоже падов. Здесь их 60 штук с гликолевой кислотой алоэ вера. Очень много вижу разных отзывов про Pixi, именно про этот Glow Tonic у многих блогеров, и решила наконец-то попробовать, но не в той форме, конечно, не бюджетная штука, я буду экономить, и, конечно же, на лето не буду так пользоваться сильно кислотами, потому что вы знаете, что если вы не будете после их применения наносить на лицо санскрин, то у вас может быть пигментация. Это очень неприятно, она уходит очень тяжело с ней бороться. Поэтому буду использовать только на ночь. И на следующий день обязательно буду использовать солнечный фильтр на лицо, чтобы ничего мне нигде не подгорело. Давайте, наверное, посмотрим, как это выглядит. Тоже много здесь в составе хороших веществ. Только они его запаковали, вы знаете, не знаю, для кого. Так, 12 месяцев после вскрытия, тоже шикарный состав, посмотрите, барбаденсис, гамомелис, экстракт семечек каких-то, ну, кислоты вижу, ну, ничего такого вроде бы активно, сильно неприятного нет. Американская марка, 12 месяцев после открытия, ну, давайте попробуем открыть, как это выглядит все. Угу. Да, он и так розовенького цвета, они такие нежно-розовые. Запах, ну, такой себе запах, даже не знаю вам чем сказать, какой-то такой отдушкой, очень стандартный. Тоже они немножко рифленые, не буду я сюда лезть с грязными руками, потому как это не гигиенично, но буду пользоваться, тоже вам обязательно расскажу. Но говорят, что просто чудодейственное средство, хорошо выравнивает тон лица, морщины мелкие убирает, поэтому почему бы и нет, вот решила себя побаловать. Прежде чем показать следующее средство, покажу вот этот лосьон, я брала его в предыдущем где-то обзоре, распаковке показывала. Это Пунканг Ю, по-моему, оно так читается, боюсь ошибиться. Большой объем с дозатором я брала для мужа, так вот он не смог им пользоваться, я попробовала сама, я думала, он меня обманывает, давайте так вам поставлю, чтобы было видно. Я попробовала его сама, но проблема в чем, пленка остается на лице, очень неприятная, она сразу вроде бы как впитывает кожа вот это средство, но потом все-таки пленка остается, на меня, например, не ложится. Мейк на этот лосьон, его только вечером можно использовать, поэтому муж отдал мне, ему неприятно этим пользоваться, я его забрала себе и буду как-то добивать вот эту огроменную банку, возможно, кому-то отолью даже. Вот, не зная этого, я заказала вот такой еще тонер эссенцию от этой же компании, очень стильная упаковка, такая приятно сделана. Ну, как бы, корейская компания, достаточно неплохие отзывы на нее, вы знаете, но после этого лосьона я на него возлагала очень большие надежды, потому что там очень шикарный состав, просто замечательный, и сейчас не знаю даже, как это будет. То есть я очень хотела, чтобы уход был от одной компании, даже не срослось. Вот так выглядит этот тоник, такая синяя, видите, баночка, она пластиковая. Тоник, тонер, все запаяно. Хотела вам быстро показать, но тут запаяно у нас. Не имеет вообще запаха никакого. По составу, там состав не такой уже большой, по-моему, гамомели в составе. Обязательно заходите, переходите по ссылке, кому интересно. Тоже попробуем, расскажем. Возможно, вот так же в каких-то обзорах я буду говорить. Но вот сейчас у меня на этикетке, на этой фольге, которая была запаяна, и хочу сказать, что очень даже приятно, вроде бы и не оставляет никаких липких ощущений, но будем пользоваться, обязательно расскажу. Не случилось у них вот так вместе дружить,
Поэтому с этим лосьоном, смотрите, возможно, я его использую, кстати, на тело, на лето, на тело после солнца. Тут шикарный состав, и я думаю, что это будет очень-очень хорошо. И последнее, чем я побаловала себя, да, остался воздух. Я заказала себе вот такой черный лифтингующий крем от Neogen. Достаточно дорогое средство. Вот так выглядит коробка, корейская. В новинках было на iHerb. Я решила попробовать. У меня нету сейчас крема действительно такого. Заканчивается, вернее, скоро будет пустая баночка, я расскажу. Крем имеет шикарный состав и выглядит все вот так. Значит, имеется какая-то вот такая непонятная для меня подставка. Наверное, в подставку вот так вставляется вот эта вот силиконовая, кстати, гнущаяся штучка. Вот так она вставляется. И сам крем. Очень презентабельно выглядит банка пластиковая. Но выглядит круто. Давайте посмотрим. Почему он называется черный? Я думала, о боже, он реально черный. Народ, он черный. Пахнет очень нежно. Приятная отдушка. Он черный, и такой даже не крем, это гель. Ну, давайте попробуем. Наносится. Видите, как, да, на руку. Приятно, впитывается. Сейчас пока с вами попрощаюсь и как раз пойму, где там лифтинг. Теперь у меня основное, чтобы муж не забрал этот крем, потому что ему может понравиться упаковка. Кстати, муж сейчас купил себе L'Oréal вот эти флюид, по-моему, с алоэ. Много сейчас их развелось у L'Oréal всяких масочек интересных. Ну вот ему флюид этот силиконистый нравится, и он просто балдеет. Увлажнения достаточно, и отдал мне практически все с iHerb, что я ему купила. Поэтому мужчины, они такие капризные, знаете. Ну, пока я довольна этим кремом. Что случилось с рукой? Ну, до конца не впитался. Не чувствую пока натянутости. Кремы, которые, в принципе, дают лифтинг-эффект, ты чувствуешь немножко, как стягивает кожу, натягивает. Здесь я пока не чувствую этого на руке. Ну, буду пробовать. В принципе, очень довольна посылкой. Все, особенно шоколад, по-моему, бомбическое. Остальное обязательно вам расскажу в истории о пустых баночках. Спасибо всем, что смотрите. Спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал. Будет очень много интересного. iHerb, косметика и товары Дом Бобра. Заходите на сайт. Много тоже очень много интересного. Любите, будьте любимы. Не болейте. До свидания.